Приветствую. Итак, мы снова в игре Evil Within. И на сей раз у нас 15-я часть под названием Корень зла. Ну так вот, мы, получается, в 15-й части, которая называется «Корень зла». То есть, получается, мы сейчас идем рубить зло прям-таки под самый корень. Остается только лишь взять лопату для этого. Здесь вообще никого нет. Записон какой-то лежит. Но сначала мы посмотрим, нету ли газеток. Так, ну вот одна какая-то есть записка. Пропала. Кого-то мне эта рожа напоминает. Пропала девушка, но это, наверное, наша Кидман как раз таки. Да, вроде похоже. Каштановые волосы, известно под именем. А имя зачеркнули. Окей. Ну а кто это, в принципе, еще может быть? Кроме как не Кидман. Так, и еще здесь, значит, у нас записка. Стенограмма. Задел расследование. Следователь. Вы знаете, почему вы здесь? Костыль, то бишь мы. Потому что вы работать не умеете. Следователь. Вы незаконно ведете расследование и при этом используете ресурсы департамента полиции. Кроме того, у нас есть сообщение об угрозах, запугивании, да еще и насилии. Костыль. Будь у меня доказательства, вы бы же забрали у меня жетон и пистолет. Следователь. Очевидно, вы соблюдаете осторожность, иначе мы бы уже так и сделали. Но мы за вами следим. Костыль. И не вы одни, следователь. Что это значит? Костыль. Продолжайте следить за мной и узнайте. Следователь. Если будете и дальше так пить, нам это не понадобится. Костыль. Мне нужно работать, отвалить от меня. У вас все? Следователь. Пока да, но вы ходите по тонкому льду, мистер Костыль. Еще один такой случай, и на этом до вас все закончится. Костыль. Все закончится, когда я разберусь с этим делом. И Костыль выходит из комнаты для допроса. Рувик? Сходим с ума. Сходим с ума. А, старый знакомый пожаловал. Пускай немножко подожди, до него дойдем. О, у нас тут еще два ключа есть, отлично. Но нам, похоже, не судьба будет их взять, хотя можно попробовать через эту дверь. О, смотри-ка, открыто. Окей, что ж, давайте попробуем открыть. Раз, так, раз, два, три. Сходим с ума. Сходим. Три закрытые двери, да, получается. Сходим с ума. Сходим с ума.
Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Так, нет, или это последняя все-таки? Сходим с ума. Нет, еще одна осталась. Сходим с ума. Хотите сказать, что какой-то сходим ключик мы все-таки не взяли? Сходим с ума. Да не может такого быть. Сходим с ума. Мы же в прошлый раз 4 ключа собрали. В прошлой части. Сходим с ума. По-моему, 4. Сходим с ума. Ну, по идее, 2 ключа должны попасть непосредственно здесь. Сходим с ума. Сходим с ума. Вот, но у нас получается только один шкаф не открыт. Сходим с ума. Да? Сходим с ума. Офигеть. Сходим с ума. Ну, конечно, мы могли теоретически пропустить. Сходим с ума. Сходим с ума. Ну ладно, я думаю, что мы ничего не пропустили, просто сходим как-то так получилось. Сходим так, ну... Всё, да, 5000. 5000 слизи у нас. Ну давайте, да. Используем это все дело. Так, я думаю, стоит увеличить урон. А что-то он почему-то 12 тысяч стоит. Многовато, однако. Ну давайте, может быть, точность увеличим. Как-никак не просто так зашли, поэтому... Так, чувак, хватит там сходить с ума уже. Сейчас я тебе помогу. Лесли! С ума. Лесли! Сходим с ума. Лесли! Сходим с ума. Сходим с ума. Сюда! Так, ну что ж, раз нам туда, значит, нужно проверить вот эту дверь. Так, ну здесь у нас ничего, поэтому идем туда, куда нам указал наш Лесли. А ну стоять! Эй, подожди! Подожди, стоять бояться. Чё-то он, похоже, не сильно нас испугался. Вроде у меня был довольно грозный вид. Стой, падла! И куда же это мы попали? Так, паренек, куда ты меня ведешь? О, душик, помоемся. Как-никак к Рувику идем, поэтому костыль должен быть чистым перед такой встречей. Это некрасиво получится. Главный босс все-таки. Такая встреча. Хватит сюда, меня уже сюда полоскать.
Оно сейчас обрушится. Сюда! А чё ж ты тогда туда бежишь, раз оно обрушится? Придурочный. Сюда! Себастьян! Уэсли! Отдохнем маленечко. Просыпайся, костыль, солнце давно встало. Маяк, как и говорил Джозеф. Ну вот и началась наконец-таки 15-я часть. Там какая-то штука мигает, светофор. Окей. Я так и знал. Ну что ж, тут, похоже, будем бродить по знакомым местам. Чувак, как жизнь? Ну что ж, походу, они все отдыхают. У них тут сейчас. Ну, мы, конечно, не будем мешать их спокойствию. Так, тут какая-то дверь, значит, да? Че, закрыть, что ли? Да не может быть. Так, знакомая комнатка. С нее мы начинали игру. А тут у нас что-то типа архива. И как бы это ни казалось удивительно, но у нас уже максимальное количество шприцов. Пока меня не поглотила абсолютная тьма и боль.
Пока они изучали мой мозг, мою работу, я испытывал тысячи мощнейших ощущений. Боль, удовольствие, ярость, экстаз. Все это сливалось в один всепроницающий шум, и, наконец, тьма взорвалась тысячами искр. Боль, шум, свет — все объединяется, принимает форму. Это место хорошо мне знакомо. Моя тюрьма — мой дом. Ты сам во всем виноват. Седативное средство, которое они использовали, наверное, мое собственное. Я чувствовал каждый перерезанный нерв. Каждый кусок мяса, который отрывали от костей. Пока... Ну что ж, похоже, мы возвращаемся к истокам. К тому, с чего, в общем-то, все и начиналось. Здесь, похоже, тоже есть всякие секретные комнатки. Ну, не то, что секретные. Не то, чтобы прям секретные, но... Это комнатки, так сказать, ответвления от основного сюжета. Поэтому, думаю, стоит в них заходить. Я думаю, делать нечего. Тут открыто, как ни странно. Всякими вкусняшками нас подкармливают. Так, стоп, записка. Новая записка. Ты все еще мечтаешь о побеге, думаешь, о свободе близка. Что проку мечтать, если твое дело неподвижно лежит здесь? Так, раз дверь, два дверь. Давайте сначала проверим вот эту. Странно, однако, что вроде как бегаем в канализации, но ни одного крокодила. Кто там еще в канализации-то обитает? Всякие там... черепахи, динозавры. Ни одного динозавра не встретили. Как такое вообще может быть? Что за канализация такая без крокодилов? Ну да ладно. В этой канализации все возможно. Нет, нет. Хочу домой. Лесли. Не хочу туда. Нет! Я спасибо, не сыкуй, как говорится. Так, тут у нас раз дверь, тут у нас два двери. Какую нам идти? Вот вопрос. Тут какая-то...
какая-то... Какая-то комната с механизмами. Когда я понял, что Хименес меня предал, было уже слишком поздно. Моя цель была близка. Он знал это. Знал, что я слишком занят работой и не замечу, что он предал тех людей. Иначе они бы ни за что не пробрались мимо моих ловушек. Их устройство — извращенная версия моего. Его должен был создать я. Мои данные, оборудование, мои теории, мой разум. Они заменили мое тело новым измерением, полным боли. Ну, вроде как не зря зашли. Могли бы, меж прочим, и пропустить. Тем временем у нас очередной лифт. На этот раз мы едем вверх. И еще один фрагмент, однако, находит. И аж целых 5000 единиц зеленой вкусняшки. Ну а вот и наш Уэсли. Уэсли. Ну что ж, чувак нам показывает путь, и мы, конечно же, за ним последуем. Капец, сколько у нас патронов, да. Для револьвера. Короче говоря, максимальный запас мы уже накопили. Можно хоть просто так стрелять. Так, ну однако у нас три двери на выбор. Какую же войти? Конечно же в ту, которая сохранялка. Тут у нас можно мозги прокачать. Тут у нас спички. Самый важный, как мы знаем, предмет в игре. 11 тысяч слизень. Ну что ж. Что же нам тут предложат прокачать? Да, мы хотели... Блин, мы хотели как бы урон для пистолета прокачать.
Но, увы. Что ж, ладно. Ну, давайте хотя бы критический урон качнем. Или лучше урон для винтовки. Не знаю, разницы-то особой нет. Похоже, дело близится к финалу, потому что мозги уже у нас можно прокачивать. Ну, то есть обычно-то мы их качали в специальной комнате. А теперь можно прямо здесь. Да что ж ты делаешь? Так, ну погнали дальше. Кто там? Эй, я знаю, что ты там. Да послушай же меня! Я с тобой разговариваю. Ну вещай. Эй, чтоб тебя! Слушаю. Остерегайся его глаза. Что? Если хочешь жить... Берегись глаза Руфика. Остерегайся его глаза. Что все это значит? Увидишь. Это значит, что нам пипец. Что, снова больничка? Бедняга, покойся с миром. Это тот самый чувак. Да, покойся с миром. И нам зачем-то предлагают его сжечь. Неужели он встанет? Ай, костыль, костыль, что же ты делаешь? Бедняга говорит, покойся с миром, а сам его сжигает. Ну и кто же ты после этого, а? Ай, костыль. Костыль, костыль. Что? Не что, а кто? Желаете ли сгореть, мистер? Ну что ж, похоже, нам предстоит какой-то батл. Ну а вот и первые гости.
Давайте же их поприветствуем. Патроны для винтовки сразу дают. Значит, наверное, нужно их использовать. Что ж, давайте. Хотя для винтовки, пожалуй, можно пока поберечь. Граната у нас что-то одна единственная. Ну, давайте постреляем тогда. Оба. Красиво. Мазила. Падайте уже. Yes, контакт. Так, что-то все идет немножко не по моему замыслу. Ну давайте их немножечко поубавим их численность немножечко, говорю. Так, это еще что такое? Так, а вам чего надо, мадам? Контакт. Да хватит меня уже бить. Что я вам такого сделал? Так, ну ладно, эта мадам тоже что-то напрашивается. Думаешь, маску одела, значит, неубиваемая? Извините, миссис, что подпалил ваше платье. Но вот этого только не хватало. А может быть, испробовать на нем мой этот супер снаряд. Я же как бы его еще не испытывал. Так, ну-ка иди сюда. Блин, он нет. Эй, чувак. О, кажется, попал. Минус один, как говорится. Ах, как хорошо. Хорошо горят, однако. Почему-то соседние не поджигаются. Ну ладно. Не особо-то нам это и нужно. Yes. Так, надо шприц взять, да? Сколько всякого добра, однако.
там вижу, гарпун бежит. Сейчас мы до него доберемся. Так, ребята. Может, ядовитым их потравить немножечко. Чё-то так я особо и не понял, для чего нужен этот ядовитый снаряд. Да нет, хотя вроде подействовало. Чё ты его не убил? Оба, yes. Это было красиво. А вот с этим парнем лучше быть осторожнее. Но, к счастью, у нас есть винтовка. Сейчас и до тебя доберемся. Что ж ты, мазила-то такой? Отсюда, я думаю, не попадет. Так, вот это было больно. Это какая сволочь сделала? Это ты? Вижу, вижу. А нет, это, наверное... Yes. Это, наверное, не он был. Это ты, да? Конец. Силен, однако. Ой-ой. Хорошо. Иди, иди сюда. Сейчас мы тебя. Да, давайте его из магнума, пожалуйста. Все, что ли? Раздулся. Эх ты, слабак. Пилой своей тут, понимаешь ли, размахался. Пилу против магнума он тут, понимаешь ли, собрался применять. Естественно, побеждает в данном случае магнум. Так, ну и получается, что все, мы можем пройти дальше. Вроде как. Можем ведь. Ой-ой. Какой меткий, однако. Ёшкин матрёшкин. Два снайпера. Что ж, я думаю, отсюда они не попадут. Ну
пусть попробуют. Блин, хотя граната-то может и долететь. Сейчас на этого гранатчика. Ишь ты какой, а? Ишь ты. Иди сюда. Собака хитрая. Было жестко. Да что ж вы делаете, твари? Да. Ну я ведь не сначала буду начинать, правда? Да нет, не сначала, вы прикалываетесь, нет. А нет, не сначала, все окей. 6 патронов, правда, только почему-то осталось. Ну да ладно. Ну давайте с винтовки стреляем, что ли. Так, где это падла? Да ты ж мазила, а. Костыль, ох уж этот костыль. Криворукий. Покажи свою харю. Это не тот, что ли, был? Ну ладно, давайте снайперщика тогда первого угрохаем. Да, оборона у них, однако, там. Получай. Эй, как все непросто, однако. Ну вот, одного минусовали. Нет, еще не минусовали, однако. Ну что ж, окей. Как скажете, тогда с дробовика их порешаем. Какие шустрые. О, это ты. Все, что ли? Я-то думал. Патрончики нам даже дают за них. Шприц. Прям супер. Но мы не будем пренебрегать этими подарками. Возьмем. Что ж не взять-то? Для пистолета, конечно, можно было бы и не давать патроны. Это уж излишний подарок. Что такое? Гарпун даже дали.
Ну вот он нам, в принципе, пригодится. Кстати, у нас есть вспышка. Вспышки они как бы тоже боятся. Так, ну-ка, костыль. Хватит трюки тут всякие показывать. Ну, поехали дальше. Ой, по каким-то кишкам мы тут удержим. Спасибо. Эх, так, это какой у нас уже третий раунд получается? Ну, немножечко не рассчитал, бывает. Ага. Ну вот на них-то мы как раз сейчас гаркуны и испробуем, а это что такое? Угу. Ну что ж. Ой-ой. Привет, ребята. Как дела? Так, что-то мне подсказывает. Нужно держаться от этих парней подальше. Ха-ха-ха. Приятно, да, приятно. Собака. Еще? Ой, а эти-то штуки откуда здесь? Так, ну давайте тогда наделаем электрических снарядов. Что мне с ними делать? Так, вот один пришел. Гранаткой его угостить или чем? Ну что, все? Готов? Нет? Нет, похоже, не готов. Ладно, ребята, я пошел. Ну не против, да? Мне просто пора. Так что вы уж меня извините, что не попил с вами чайку. Но я все же пойду. Ух ты, ёшкин! Вот откуда? Откуда она тут взялась? Все, влип. Влип, очкарик. Ну откуда я мог знать, что там эта хрень стоит? Ну ладно, твари, держитесь. Хорошо, хоть не сначала начинаю. Ну, сейчас я им сейчас начищу их не сейфоголовые морды. Ну, сейчас только да, подорвусь разочек другой, и после этого начищу. Давай ты уж. Идите сюда, уроды.
какие быстрые, однако. А? И этот здесь. Так, дружочек. Чё они такие бронебойные? Хе-хе-хе, привет. Нормально вам там? Не жарко, не? Ты какой, а? Нифига себе. Резвый чувак попался. Ах ты, ёшкин матрёшкин. Кружить меня задумали, а? Видишь какие? Иди сюда. А, на него что сдох один. Это, однако, быстрый тоже. Приперся. Ой-ой. Это, однако, нехорошо. Да что ты делаешь? Давайте из магнума его тоже угостим разочек другой. Все. Тысяч, однако, слизи набралось у нас. Однако у нас почти полная коллекция шприцов. Рувик. Я создал этот мир. Ты не сможешь меня удержать. Так, похоже, нас ждет некое испытание. На эти штучки, похоже, нельзя наступать. Однако мы можем их на нее на короткое время нейтрализовывать. Хорошо. Неплохо. Ой-ой-ой.
Но однако все проще, чем кажется. А может и нет. Ага. Это было весьма сложно. Вот эти штучки я тоже по ним, я так понимаю, нельзя задевать. Так, а они вообще в какую сторону? Туда, что ли? Да что ж ты делаешь ты? Я ему пригибы жму, а он стреляет. Да, жестко. Так, тут еще. Понятненько. Неужто все? Неужто мучение закончилось? Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это да! Вот это, однако, неожиданный исход. Болото какие-то. Вешки, матрешки. Нифига мы сюда приперлись. Еще одна дверь. Что ж, окей. Раз дверь, два дверь. Но в этой двери мы как бы уже были. Вроде как. Значит, нам типа сюда. Допустим, сюда. Сохранялочка, однако. Ну что ж, это хорошо. Но в прошлый раз тут была еще прокачалка мозгов. Ладно. Нет, так нет. Хотя бы сохранялочку дали, на том спасибо. Опять, значит, едем вверх. Очень интересно. Куда на этот раз нас привезут? Если выживу, никогда больше в лифт не зайду. Да ладно уж тебе.
чем тебе лифт не угодит. Ой, там на котором, какой этаж-то поднимаемся? 147? Или может быть 1001? Может быть. Знаком. Помогите! Помогите! Себастьян, отойди от него. Себастьян, послушай меня. Остановись. У нас и у тебя одни и те же цели. Слушай, я все понял. Ты не просто детектив-новичок, а это не просто обычный парнишка. Ты убила Джозефа и стреляла в меня. Так что сейчас у меня достаточно причин, чтобы тебе не доверять. Ты хороший человек. Вот почему я... Хотя это уже не важно. Если ты знаешь, кто этот парнишка... Тогда знаешь, почему его нельзя оставлять в живых? Херня. Это все Рувик. Это он его... Стой! Лесли! Опять меня начинается. Снова аттракционы. Парашют забыл. Красавчик, нечего сказать. Однако недолго наша битва продлилась. Мне что-то казалось, все будет проще.
Ать! Да ты ж... Падла какая. Бери свои грязные лапы. Однако. Убрал свою клешню. Ты скотина какая. Сожрал. Очередной аттракцион. Не очень приятный на этот раз. Но это по сути ведь все матрица. Так что терпи, костыль. Атаманом будешь.
Ой-ой. Подъем. Значит, на самом деле костыль, оказывается, принимал ванну все это время. Ему все это казалось. Я создал этот мир. Ты не сможешь меня удержать. Рувик. Я покончу с этим. Ой, извините. Я случайно на него наступил. Этого оставь. И этих двоих. Они никуда не уйдут. Никто не уйдет. Опять в ванне плескаемся. И доктор тут. Вот что бывает, когда слишком долго в ванне валяешься.
Пошел, пошел, пошел! Детектив, вы в порядке? Там еще кто-то есть? Просто дайте свежим воздухом подышать. Всех замочили уже. Поздно приперлись. Как всегда. А вот и Уэсли. Вот, похоже, и все. Наша игрушка подходит к своему завершающему концу. Или не подходит? Похоже, что подходит. Да, так что спасибо всем, кто был с нами. Это мы, конечно, пропустим. 15-я часть у нас пройдена. Автомат нам дают. Гранатомет, неплохо. Новая игра, модели. И доп. Уровень сложности. Как-то много смертей у нас получилось. Ну да ладно. Просто глянем, что там такое. У нас тут появилась новая игра плюс. Экстренный вызов, что-то там. Ну, типа, можно еще раз ее пройти. Все такое. Да, ну тут можно дополнительные задания пройти. Это мы уже будем играть за Кидман. Но не знаю, буду ли я их проходить. Посмотрим. Так что спасибо еще раз всем, кто был с нами. И...